Тем временем сообщается, что к югу от греческого острова Карпатос обнаружены обломки пропавшего лайнера Airbus 320. К слову, египетские власти не исключают, что на борту самолета компании Egypt Air мог произойти теракт. В свою очередь, премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что нельзя исключать никаких гипотез исчезновения самолета. Египтяне, цивили и милитар. Информация поступает постепенно. Был немедленно развернут кризисный центр для установления списка пассажиров. Никакие предположения в настоящий момент нельзя сбрасывать со счетов. Франция готова помогать в поисках, если египетские власти этого захотят. Напомню, сегодня в 280 километрах от побережья Египта пропал Airbus, летевший из Парижа в Каир. Министерство гражданской авиации Египта уже подтвердило факт крушения самолета в Средиземном море. На борту находились граждане 12 стран, всего 66 человек, 56 пассажиров, 7 членов экипажа и 3 сотрудника службы безопасности.